Привет, друзья, ставьте лайк и обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Самым распространенным способом соединения краев ран является наложение хирургических швов. В зависимости от операции и вида самого шва срок их снятия может различаться. Чаще всего это происходит не раньше, чем через неделю или еще позже. Например, вам сказали, что швы снимут через 10 дней, откуда такой срок? В ходе любого хирургического вмешательства происходит повреждение тканей. И без наложения шва не всегда обходится. В современной медицине все чаще стали использоваться хирургические нити, которые не требуют последующего снятия. По мере заживления раны такие нити просто рассасываются. Но есть операции, где применяются обычные нити, и через определенный промежуток времени их нужно снимать. Время снятия швов индивидуально и определяется только лечащим врачом. Если все хорошо, ждать вам от 3 до 14 дней. Главным фактором для определения этого временного промежутка является оперированная часть тела. Там, где наблюдается хорошее кровоснабжение, швы снимают обычно на 4-6 день, а на участках с пониженной регенерацией на 9-12 день. Возраст больного тоже играет немалую роль, у пожилых людей рана зарастает дольше, следовательно, и швы снимаются позже. Не будем забывать и о сложности операции и глубине разреза раны. Хирурги утверждают, что края ран при полостных операциях срастаются быстрее, если больной не страдает излишним весом. Вот исходя из этих данных и рассчитывается день X, то есть если вы услышали, что швы снимают через 10 дней, то это оптимальное время для вашего прооперированного организма. Что еще важно знать? Швы снимаются только в том случае, когда крепко срослись края раны. Однако если процедура не будет проведена вовремя, могут возникнуть проблемы. Швы могут загноиться, а нитки врасти в кожу, тогда от раны останется более заметный след. Так что откладывать не самую приятную процедуру по своей инициативе не стоит. В любом случае, решение о необходимости или возможности снятия швов должен принимать врач-хирург после осмотра состояния заживающей раны. На этом я с вами прощаюсь. Не забудь подписаться на наш канал, всем удачи!